Настя, у тебя попа гуляет. Взлетаем! Взлетели! Фоткайся. Давай. Ваня, сюда иди, пожалуйста. Все. Что такая страшная? Ну что? Здравствуйте, здравствуйте, молодой чебурец. Как ваше настроение? Идите сюда, будем все с вами знакомиться. Да. Ничего себе. Походу, ты как-то оттуда вышла. Как-то вышла? Ну, не просто так. Сегодня мне сообщили мои подружки-птички, что здесь сегодня самый волшебный праздник. Это правда? Именинница. Так, именинница? Подожди, это что означает, что у тебя сегодня день рождения? Ты правда настоящая именинница? А я думала, что ты принцесса. Или ты и принцесса, и именинница. Так, кажется, мне хотят дать подсказочку. Что бы это могло значить? Давайте я отгадаю. Здрасте, здрасте. Здрасте. Так, а вы мне там подключили, да? Да. Все, супер. Итак, моя юная принцесса, ты мне хочешь что-то подсказать? Нет, я хочу развязать. Развязать? Так, мне не надо развязывать, не надо. Если тут циферка 6, это должно что-то означать. Да, сейчас я подумаю. Что мне исполняется 6 лет. Что тебе исполняется 6 лет? Ты такая взрослая уже. А я уже 6 лет. Вот это да. Так, девчонки, я привыкла все проверять. Я знаю, что у девочек, которым исполнилось 6 лет, должны мне быть вот посюда, вот по волшебную брошечку. А ну-ка, остановитесь, миссис. Да вы уже выше. О, да какие вы большие девчонки, вам точно 6? Да. Ну что, рассказывай мне, моя любительница перчика, и что это, морковочка? Да. Скажи мне, как тебя зовут? Полина. Полина, ты сегодня именинница, да? А это все твои слуги, правда? Нет? Вот смотри, это твой личный видеооператор, это наш охранник, он охраняет твой замок. Это мой папа. А, это твой папа? Так, подожди, а ты, наверное, ее личный стилист, да? Нет, это мои друзья. А, это твои друзья? И даже черепашка-ниндзя? Да. Ничего себе. Это правда, это его так. Это твой братик. Привет, черепашка-ниндзя, давай 5. О, ничего себе, какой у тебя железный удар. Ребята, скажите, пожалуйста, кто готов сегодня с Рапунцель немножко попутешествовать? Готовы? Да! А ты что там стоишь? Иди к нам поближе, красавчик. Итак, ребята, ну я должна вас предупредить, что я приготовила для вас очень классные и где-то даже сложные задания. Так, подождите, а вы вообще что-нибудь знаете про Рапунцель? Да. Так, какая я? Длинные волосы. Так, длинные? Да. Длинные, а еще? У мамы гортензии я все время держала, я отпускала. Ох уж, это вредная! Вы что, тоже и ее знаете? Да. Я поняла, вы маленькие шпионы, которые за мной всегда следили, да? Нет. Нет? А скажите мне, если вы говорите, что знаете все про Рапунцель, я вообще девчонка смелая или нет? Да. Смелая, правда? А я сильная или слабенькая? Сильная. Сильная, конечно. А я веселая или грустная? Веселая. Веселая, правда. Так, ну, со мной должны отправиться такие же ребята. Вы их не видели? Такие смелые, сильные, красивые, веселые. Они тут не пробегали? Нет, нет. Так, подождите. Нет, я что, не туда попала? Мне сказали, что я наберу сегодня команду смелых, сильных, отважных ребят. Они тут не пробегали? Нет. А, да. Нет. Итак, но если это вы, значит, мне нужно проверить. Но для начала давайте поздравим нашу принцессу с днем рождения. Вы ее уже поздравляли? Да. Так, а скажите, как это принято делать у детей? Каравай, каравай, как интересно, вы меня потом научите? Да. А у нас принято по-другому. Нужно взять за ручки всем. Кстати, взрослым тоже. А ну-ка, взрослые.
надевать шарики, правда? Вот и мы сейчас надуем. Здрасте! 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 Мне принесли подарки! Вот это да! Ой, нет, не надо. Пошли, пошли хоровод водить. Чего? На боку. Хорошо, разувайся. Меня? Нет! Или вот его? А может, соседа справа назовем? Становись в серединку. Конечно, не хватает тебя, Полиночка, становись. Ты должна сказать, ты истинная принцесса. Полиночка, не так. Итак, возьми свое платьечко. Спасибо. Ну что, друзья, мы поздравили. Конечно. А теперь пора с вами познакомиться. Я вижу твои волосы. Так это мои все волосы. Ты крепкие. Мои? Да что, вот твои. А сними их. Как я их сниму? Ты чего? Вот так сделай. Так. Невозможно, мне больно. Так, ну что, давайте с вами знакомиться. У вас у всех есть имена? Да? Итак, тогда сейчас я протяну свою ладошку. Вы должны по ней ударить и назвать свое имя. Начну я с черепашки-ниндзя. А ну-ка, попади по ладошке. Ой, еще, ой-ой. И попала. Полиночка, подожди. Давай. Опа, попала. Как тебя зовут? Костя, похлопали, Костя. Так, а это у нас что за принцесса в такой интересной корзине? Да, сейчас я все узнаю. Это мои фанки. Ну что, моя юная принцесса, бей по ладошке ты. Ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Так, молодец, как тебя зовут? Малфа. Так? Малфа. Малфа, похлопали. Девчонка, именинница Полина. Полина! 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 Ничего себе у тебя ударчик! Похлопали! Красивые духи! Красивые духи! Спасибо! Ну что, остался ты у меня, красавчик? Бей по ладошке. О. Ничего себе! А ну еще раз! Фух, а я уже думала! Ладно, ладно, как тебя зовут? Ваня. Ванечка, похлопали Ване! Ну что, друзья, для того, чтобы нам отправиться, вы же знаете, что у вас должно быть. Силы. Силы обязательно. А еще билетики. Достаем билетики. Смотри, какой я чувствую. Ох, ничего себе, а где твой билетик, Костя? Вы что, без билетиков? Да. А как мы отправимся путешествовать без билетиков? Вот билеты. Ну, правильно, конечно. Итак, вы же помните, что нужно сделать, чтобы билеты здесь появились? Нужно закрыть глазки и досчитать до волшебной цифры. Какая сегодня волшебная цифра? Почему 6? Конечно, 6. Вы готовы? Да. Не слышу. Да. Смотри, сейчас ты... Лови, Костя, лови, лови!
выше всех прыгает! Кто поймает самый высокий билетик? Самый высокий! Через одну минутку они исчезнут. Нужно их все-все-все собрать. И прыгаем высоко-высоко и кричим «Ура!» Паша, Пашенька, ты много собрал билетиков? Ноль, два. А ты попоешь мне по ладошке? Давай сегодня принцесса. Молодец, давай с тобой знакомиться. Что, вы еще роту ждете? Нет, это все дорогих гостей. Миша, обратно, Котик, беги. Так, а кто вылазит, машет ручкой Роме в камеру? Паша, куда ты? Забыл. Полина, давай еще скажи. Так, кто пролез, машет ручкой в камеру. Костик, маши. Полиша, маши ручкой, привет. Так, принцесса, сложно в платье, а как ты думала? Так, еще. Ребята, а ну-ка прибавляем скорость. Что вы такие медленные, как черепашки? Я велосипед. Черепашка, кстати, у нас быстрая сегодня. У нас особенная черепашка сегодня. Скорее. Остается одна минутка. Нужно всем пролезть. Остается 10 секунд. Кто еще пролезет? Там кто-то остался вообще? А, да. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, все? Кто? Все. Один, похлопайте. Опять себе хватило? Да, мне не хватило. Ну что ж, придется мне покинуть конкурс. Ну ничего, сейчас ко мне кто-то присоединится. Мама, а я тебя забираю еще одно колечко. Тебе прям везет. Вот так.
ты понял? Ничего поднимает. Давайте, давайте, Полинечка, тебе можно сегодня. Ты именинница. Тебе можно крутить и ронять сколько угодно. Так, а вот из взрослых сейчас надо будет как-то отвлекаться, чтобы кто-то проезжал. Ого, Полина, что за космическая? Ого. Я поняла, что в этом Аня мутит. Точно мы не проиграем, мы можем долго мутить. Давайте менять задание. Можно подкидывать высоко и ловить. Куда мы наши все? Вот, давай.
улыбаешь, на меня пуха дубанчика. Не прижимай меня ладошкой к себе, обещай, что меня никто никогда не раздавит. Даже если все очень плохо, и на улице грустные будни закрываются. Громко, сохраняй меня своего сердца. Ведь мы с тобой встретимся однажды. Ты будешь любить все этот комедий. И когда звезда будет лететь, загадай желание, чтобы я стал человеком. Ловишь руками, как солнечного зайчика, а я скольжу под твоим рукам. Что вы делаете? Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Ага, попались. Ну-ка, стой. Ау, тут еще сзади нападают. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Пиу-пиу-пиу. Пиу-пиу-пиу-пиу. Куда ты в кроссовках залез? Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Полина, что случилось? Полина, с днём рождения тебя! Зайка, не
не спеши задувать. Для начала загадай самое заветное желание. И когда мы досчитаем до 6, ты задуешь свечки. Готова? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Загаданное желание. А, ты удастся еще откусить. Правильно, чтобы не портить макияж, дети не ковыряем торт. Итак, давайте все сфотографируемся с нашим красивым тортиком. Родители помогут мне выстроить деток, а я красиво. Итак, сяду спать. Вот, давай, эти коленки. Встаем вот так. Солнышко, рядом. Я не могу. Котики, подождите, руку. Стараемся. Итак, обнимешь меня? А я тебя. Лиза. Улыбаемся. Сюда, все Костя, все на руку. И... Аня, внимание! Коленка, не буду прыгать. Давай вот так вот, хоп. Ты вот эту. Давай быстрее. Пока нет. Давай, встречный. Больше у нас нет. Давай!
И никому не откликаться. Лиза, хочешь к нам? Лиза вас хочет прижать сверху. Честно, это да.